Сверим струны, старый мой товарищ. В выходные в Чебоксары съедутся исполнители самодеятельной песни со всей страны. Чебоксарский бардовский фестиваль пройдет в 37-й раз. Стаж более чем почтенный, что ставит его в один ряд с другими всероссийскими слетами певцов под гитару. Что ждет зрителей и чем 37-й форум КСПшников отличается от предыдущих 36 в нашем сюжете. Фестиваль все тот же и немного другой. Традиционно в нем принимают участие столпы бардовского сообщества. Буков Валера, несмотря на его 75 лет, к нам приедет после покорения очередной вершины. Все по горам ходит. Я думаю, что расскажет, и рассказ его будет интересен. К нам приезжает такой замечательный автор Анатолий Киреев из Челябинска. Он живет в Челябинске. Вот, он не был у нас уж больше 20 лет. Вот, пожалуй, вот такой достаточно. Виталий Харисов к нам приезжает, тоже из Казани. Вот, но это он каждый год приезжает, это наш замечательный друг. Приезжает к нам из Москвы дуэт, который у нас ни разу не был. Это Христианова Григорьев. Вот Григорий замечательный гитарист, она замечательно поет песни. Фестиваль пройдет во Дворце культуры тракторостроителей, как всегда, будет состоять из конкурсной части и показательных выступлений. Но в этом году к ним прибавится еще и два специальных концерта. В этом году мы в субботу, 9 числа, делаем только сольный концерт Киреева, а остальные люди, они разбиваются по разным площадкам. То есть ансамбль «Меридиан» будет выступать в 40-й школе бесплатно, ну еще и наши ребята. Вот. Потом в 7 часов тоже бесплатно будем выступать в одной из чебоксарских вузов, это будет МГОУ. Тоже для студентов и для преподавателей будет Валера Буков и московский дуэт, и наши чебоксарские ребята. То есть вот мы в один день делаем два таких вот благотворительных концерта для того, чтобы показать молодежи, что есть такое направление бардовской песни, потому что многие просто не знают, что это такое. Кроме классики про солнышко, палатки и звенящие струны, в программу включили множество совершенно новых композиций. Так что можем рассчитывать на премьеры. Маэстро Кузнецов, к примеру, сделал реверанс в адрес символа 2013 года. Вершит народ дела свои, пройдохи ищут славы, пророки врут, поэты пьют, богатство копит знать. Встает над миром год змеи, все злобные, как удавы, и каждый хочет сам в угоду году гадом стать. Как сообщил нам Владимир Кузнецов со ссылкой на бардов из других регионов, чебоксарская публика обладает хорошим вкусом и считается очень доброжелательной, понимающей. При ней не кривят душой, а значит, камерная и душевная атмосфера на концертах обеспечена. Дай Бог в пути мне добрым словом помянуть кого-нибудь, кого-нибудь.